Чуть меньше века назад в этом здании на улице Братьев Коростылевых готовили молодых педагогов. Здесь располагался татарско-башкирский педагогический техникум. Более 150 его выпускников отправились в самые разные уголки страны развивать национальные школы. Теперь в память об этом здесь появится мемориальная доска. Это были кадры для татарских и башкирских национальных школ, которые главным образом в сельской местности. Комиссия по увековечению выдающихся личностей и исторических событий одобрила и предложение самарцев установить памятную доску на доме, где жила семья советского разведчика Вильяма Фишера, более известного как Рудольф Абель. Он неоднократно бывал в этом маленьком домике на Молодогвардейской. Я считаю, что будет правильно как-то его увековечить, потому что очень мало, так скажем, памятников именно сотрудникам органов государственной безопасности, хотя он делает очень нужную и важную работу. В Самаре он бывал, вел какую-то деятельность, посещал семью, и я считаю, это интересная очень личность, которая связана с нашим городом, уникальная, да, известная, я думаю, всей стране, и не только в стране. Дом семьи Фишера может стать одним из мест притяжения туристов. Восстановить планируют и знаковые объекты советской эпохи, которые располагались на территории бывшего завода ЗИМ. Памятник Масленникову и барельеф с изображением Ленина. Где могут появиться эти скульптуры, пока не решено. Марина Кравцова, Григорий Плешаков. События.